На лыжную гонку в Одинцово приехали юные спортсмены со всех уголков Московской области. В забеге приняли участие более 500 человек в нескольких возрастных категориях. Несмотря на юный возраст, к лыжному спорту многие участники относятся весьма серьезно и уже посвятили ему по несколько лет. Я на лыжах, я занимаюсь лыжами 4 года. Я приехал на эти соревнования, чтобы поучаствовать, испытать свою силу среди множества человек. Я занимаюсь 5 лет лыжами. Приехал сюда, потому что я все-таки спортсмен, и мне нравится заниматься спортом. Начинающих спортсменов встретила 5-кратная олимпийская чемпионка, легендарная Лариса Лазутина. Она поддержала юных лыжников на старте и вдохновила их на победу. Я думаю, здесь у вас все обязательно получится, потому что это большой труд. Как никто другой, мы с моими дорогими друзьями знаем об этом. Мы хотим вам пожелать только одного – хорошего, бодрого настроения, и вы себя обязательно проявили. Спасибо вашим тренерам, родителям, и хочу сказать, что мы всегда рады принимать вас. Спортсменов также поддержал депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков. Он отметил, что в Одинцовском округе живет много профессиональных лыжников, олимпийских чемпионов. И в первую очередь это Лариса Лазутина. Поддержка спортсменов такого уровня в день соревнований очень важна для начинающих лыжников. Сегодня они все вдохновляют одинцовцев, которые пришли на лыжную гонку сегодня. И уверен, что среди вот тех юношей и девушек, которые сегодня будут бежать, может быть, получатся такие же олимпийские чемпионы, как и вот из тех, кто сегодня пришел их поприветствовать. После церемонии открытия спортсмены выполнили разминку на свежем воздухе и приступили к забегу. Соревнования длились несколько часов. Судьи определили победителей в двух возрастных категориях – 11-12 и 13-14 лет. Елена Кравченко, Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».